Приветствую вас, дорогие наши зрители. Разгон, экшен, игра, вдохновленная By My Cry в мире киберпанка. Прокладывайте свой путь между киборгами, мутантами, роботами, слушая великолепные саундтреки. Здравствуй, авторские права. Выйдет игра 21 апреля 2023 года. А в целом больше ни хрена описания нету, никакого минимально непонятные системные требования и просто экшовая музыка, и все. Давайте посмотрим, что у нас есть по настройкам. Понятно, все. Плэгин. Ньюген. Тут буквально минут 7 назад пришла игра. И сразу же посмотрим. Так, you are ready to receive. Естественно. Так, что нам? Как нам? Почему нам? Что надо делать? Ты что, без геймпада вообще не поиграть или как? Я так понял, да? Придется. Разворачивать, иначе мы просто ни хрена не запустим. Что вроде написано было, можно. Типа, да, и просто контролировать. Как бы, ну, то есть было прописано. Используем геймпад, ну. Ну, чё с тобой? Ага. Ага. Йо. Ну, чисто, короче, под геймпад настроено, понятно. 60 FPS. Смотри, смена. Да, ну, такие игры должны очень удивлять хорошо боевой системой именно. Как он тычет, да? Вау. Ну, так себе на самом деле. Я не знаю, сколько она будет стоить. Дальше. Давай. А я же могу стрелять еще, да? Оп. Можно уклониться. Так, подожди. Как здесь что? А если в рукопашку? А, ну так, вот так побольше. А чё, я его пробить не могу. Смотри, он рукопашкой сильнее бьет, по сути, чем. Хороший уровень. По сути, да, он рукопашку мощнее. А пистолет как взять? Какую-то мощь врубает, а вот это ярость или что такое. А супер спринт я что-то не заметил, есть, нету. О, прекрасно. А я шустрее, ну что ты стоишь, тупишь, как дебил. Угу. Я как раз попал под эту хрень. У них три удара идет. Ахрен, я босса уронил на колени. Раз, два, три. Бля, он меня убил, прикинь. Ужас. Оп.
Бля, он вообще не останавливается, когда... А я не знаю, вот, кстати, мне кажется, рукопашка... Да, блядь, что происходит-то? Он вообще как тупица ведет себя. А можно врубить скорость какую-нибудь? Он оглушает так. Бля, как так? Он меня задел. Чисто взмахи получается. Бля, так. Смотри, что творит. Режь шаурму. Ох, какая вертушка. А, и все, он типа опять жизнь восстановилась. Стребесится. Блять, ну как так-то? Блин, почему нету этого пистолета или что там, как там? Хера у тебя вертушка. Он под этим бафом вообще просто. Вау. Мы не можем первоначального дебила убить. Тигра, он рукопашка получается намного лучше бьет и быстрее. Но он когда вот стопорится, то ли блок пробьет, то ли что. Все, погнали. Он какой-то вообще ушел в сторону. Дерется сам по себе. Блядь, он не дает мне уклониться совсем. Получилось. На игру он кулаками получается шустрее, намного лучше. Это типа первый босс был, понятно. С третьего раза мы его пиздяк. Звуки так себе, одна музыка только громко бахает, и звуки так себе. Говнецо. Похожее на бросок кобры, ёпта. Это походу между просто уровнями и захотел, выбрал, взял. Ушел, нет. Сколько так, как всегда, да. Это больше поход на, ну, типа бросок кобры и т.д. и т.п. Потому что, ну, здесь вообще ни хрена такого. Я не понимаю, чем можно удивить. Сейчас такое время пошло, ёпта, 2023 год, а все опять делают вот это говножопство вот это, которое, ну оно по сути нахрен никому не нужно. Управление так себе, все те же, это раньше было очень, ну, там одновато, когда вот эти все Power Rangers, когда шли, да, вот это все, вот эта тема горячая. А чё смысл, блять, уровень босс, все. По факту я здесь ни хрена не вижу, тут даже настройки не работают. Вообще нет настроек.
Короче, в любом случае, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Я этот чувак кидаю в помойку. Все. Всем спасибо, всем пока.